Во Владивостоке проводили автоколонну для эстафеты огня 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Первым ее принимает «Большой камень». Маршрут пройдет по 32 муниципальным образованиям Приморья. Приветствую вас в столице Дальнего Востока. Сегодня вы отправляетесь в длинный путь. Вас ждет замечательное путешествие. Символический огонь игр «Дети Азии», зажженный в Якутии, на протяжении месяца побывает во всех муниципальных образованиях региона. Вам повезло, вы увидите самые красивые, знаковые, замечательные места Приморского края. Как раз маршрут и прописывался с той целью, чтобы показать самые лучшие достопримечательности и самые лучшие природные места для того, чтобы у наших коллег из других стран возникло ощущение, что они приехали, возможно, на курорт, возможно, в какой-то нереально красивый регион. И я думаю, что цель была достигнута. Хранители огня с символическим пламенем отправились в путь. Один из них – пловец, кандидат в мастера спорта Николай Морозов. Он сопроводит пламя в течение всей эстафеты. В дороге огонь будет защищен. Его поставили в специализированный кейс. Огонь игр уже передали главе городского округа «Большой камень». Ребята очень талантливые, ребята очень заинтересованные. И одним из критериев отбора были, конечно, и внешние данные, потому что нужно было, чтобы они были одного роста, одного веса, примерно одинаково выглядели. И я очень рада, что мы смогли набрать таких ребят. И я думаю, что пожелаем нашим хранителям удачи и всяческих успехов на всем протяжении маршрута по Приморскому краю. Напомним, что в Приморье игры пройдут с 27 июля по 8 августа. Общая численность участников составит около 2000. Приморье выставит самую многочисленную сборную, в двух составах которой выступят 304 спортсмена. Олег Завьялов, Тамара Чупахина, Денис Фадеев. Новости на 8.